Детский сад номер 6 «Белоснежка» открыт не только для малышей, но и для родителей. Там прошла акция, организованная Московским областным отделением «Единой России». На волнующие жителей вопросы, касающиеся дошкольного образования, ответила куратор партийного проекта «Детские сады детям» Оксана Крамина. Партийный проект «Детские сады детям» направлен на обеспечение малышей местами в дошкольных образовательных учреждениях. С помощью него на постоянном контроле держатся такие важные вопросы, как выплата зарплат работникам детских садов, а также оценка доступности и качества дошкольного образования. Вопросы, которые озвучили на собрании, сначала рассмотрят на местном уровне городского округа. А для последующего принятия решений их направят региональным кураторам партийного проекта. Главным вопросом, волнующим всех, это, конечно же, было отсутствие медицинских работников в штате образовательного учреждения. Так как каждый из нас отвечает за сохранность жизни и здоровья воспитанника, и медицинская сестра, конечно, в случае экстренного реагирования должна быть всегда на территории дошкольного образовательного учреждения. Луиза Игазарян, телеканал ЛРТ. Привет! Я Маша Лапычева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.